Группа Айова закутила в Таиланде. И там же родилась у них новая песня «140», клип на которую уже совсем скоро появится в эфире РУ-ТВ. Мы написали песню в Таиланде, и вдруг она стала оживать, и вдруг она появилась, вдруг она стала обрастать какой-то историей. Изначально это песня о любви, о путешествии. Номинанты премии сразу же в двух номинациях «Лучшая группа» и «Лучший танцевальный хит» готовы представить новую работу. 25-часовые съемки в темном павильоне, за время которых артисты в буквальном смысле не видели света белого, зато успели попробовать себя в новых образах, проходили в Москве. Стилисты постарались очень хорошо. И стилист по одежде Вадик Синодохов. На самом деле, всех не перечислить. Сейчас я просто хочу поделиться впечатлениями. Это было круто, это было здорово. Это был такой опыт непередаваемый. Заберет ли Айова один из самоваров на премии РУ-ТВ, узнаем уже 28 мая.